Чтобы сфотографировать спутник Земли даже в солнечный день, достаточно 700 мм фокусного расстояния. Но если их будет больше, то вы сможете сильнее приблизить Луну в кадре. Здравствуйте! Меня зовут Станислав Васильев, и в этом видеообзоре мы с вами опробуем Nikon Coolpix P600, 60-кратный зум которого обеспечивает почти 1500 мм. Такой мощный зум-объектив в таком компактном корпусе удалось получить благодаря использованию небольшой 16-мегапиксельной матрицы. Побочной особенностью матриц этого типа является большая глубина резкости, даже на широко открытой диафрагме. Но это может быть и плюсом в путешествиях и для туристов при съемке пейзажа или внутри помещений. А чтобы сфотографировать портрет с размытым фоном, нужно просто использовать более мощное приближение и отойти подальше. Давайте посмотрим, как снимает Nikon Coolpix P600. Детализации достаточно, чтобы распечатать снимок на формате А4 и даже крупнее. При этом шумы на высоких ISO нормальные для матриц такого типа. Отмечу, что благодаря гибридному стабилизатору снимать с рук можно на более длинных выдержках, то есть снижая ISO и тем самым уменьшая шумы. А чувствительность регулируется от 125 до 6400 единиц ISO. В отличие от многих мегазумов, минимальное фокусное расстояние Coolpix P600 составляет 24 мм. Это значит, самый широкий угол оказывается немножко уже, но зато максимальное приближение намного больше. И это удобно для того, чтобы снимать максимально удаленные объекты. Получить дополнительную резкость картинки помогает гибридный стабилизатор, который как оптическим, так и программным путем помогает справиться с нерезкостью картинки. Если не хватит оптического зума, то можно использовать цифровой и приблизить изображение еще в два раза. При съемке над головой или от земли можно использовать поворотный экран. Помимо него камера оснащена цифровым видоискателем, который позволяет лучше снимать на ярком солнце. По сравнению с предыдущей моделью P600 стал легче, но корпус остался ухватистым и им удобно снимать, держа камеру одной рукой. P600 есть полноценный ручной режим, который оценят опытные фотолюбители, привыкшие полностью контролировать съемку. И помимо этого, конечно, всевозможные творческие фильтры, которые можно сразу наложить изображение. Одна из особенностей – P600 снимает только в JPEG, поддержки RAW здесь нет. Возможности по записи видео интересные. Камера умеет записывать в разрешении Full HD на скорости в 30 и даже 60 кадров в секунду, а также есть специальный режим с двукратным замедлением и сильным ускорением. Особо отмечу наличие в камере скоростной серийной съемки. Фотоаппарат умеет снимать до 7 кадров в секунду в серии до 7 снимков. Либо даже есть скоростной режим на скорости в 60 и в 120 кадров в секунду, то в сниженном разрешении. Согласно замерам по стандарту CIPA, аккумуляторов P600 хватает на 330 снимков. Но если реже использовать встроенную вспышку, эта цифра будет существенно больше. И есть еще один интересный момент. Дело в том, что заряжать сам аккумулятор можно не только в зарядном устройстве, но и подключив камеру USB кабелем к ноутбуку, к какому-то отдельному блоку питания, либо, например, универсальной внешней батареи, которую вы можете дополнительно купить в путешествии. Подведу итог. Coolpix P600 создан для тех, кто хотел бы снимать с огромного удаления. Им удобно фотографировать животных на сафари или экзотических птиц. Сверхскоростная серийная съемка позволит запечатлеть самые динамичные сюжеты или записать видео, которое затем можно сильно замедлить. А еще Coolpix A можно зарядить даже от внешнего аккумулятора, что очень удобно в путешествии. МВидео. Нам не все равно.